Так, что ж, хочу рассказать, как я исправил проблему с никотовским сотом с Алиэкспресса. Как он заработал у меня более стабильно. Вот все видели на Алиэкспрессе, вот такой никот продается, копия. И ну, кто брал, знает проблему, что матки либо не засевают, либо... засевают, так выходит матка-трутовка. Первый раз, когда воспользовался, ей, ну, вроде ничего, так очень тяжело матка рассеялась в нем. Отсеяла, но получилось у меня 15 маточников всего лишь. Вот. А в чем была проблема основная? Начал разбираться. Мерю глубину от верха имитации сота до донышка мисочки. И у нас там получается вроде 13 миллиметров получалось. Да, 13 миллиметров. Ну, вроде допустимая. Все. Допустимая глубина. Но столкнулся с той проблемой, когда матка сеяла, яйцо прикрепляло к донышку. Вроде все нормально, но когда и линька происходила у личинки, она из яйца переходила в стадию личинки, она с этого донышка соскальзывала и падала в уголок. В сам уголок донышка, это вот сюда. Сейчас покажу. То есть если вниз считать, оно вот здесь оказалось личиночкой. И когда пчела заходила покормить, она не могла ее увидеть и не могла достать до нее. То есть, когда падала личинка сюда, ну все, то есть она засыхала, ну либо не засыхала, там что-то происходило, но из них не получалось вывести маток. Далее, еще с другой столкнулся проблемой, только определенные мисочки матка засеивала, и иногда даже по несколько яиц. Также эти яйца откреплялись и падали сюда. То есть, соответственно, из них маток не выведешь. Потом, думаю, померил 13 миллиметров. Думаю, померю сот вокруг, где у меня, ну, до этого матка засеивала. И померю глубину. Здесь глубина 11 миллиметров. Решаю проблему, думаю. Ну, просто возьму колпачок и обрежу его. То есть я не все колпачки стал обрезать. Вот, то есть мне часть колпачков уже не хватает, мисочек этих. Просто обрежу по высоте и все, и поставлю. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверен, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Но когда я ее обрезал, поставился, столкнулся, опять же, с той же проблемой, когда линька проходила, личинка падала в уголок. И никак она не держалась. То есть, ну, очень мало пригодных получалось мисочек у меня. Очень мало. То есть, ну, самое много это 20 штук было. Вот. Далее, эти мисочки после обрезки, когда ставишь в... держатель для мисочек, он провалился. Его потом трудно вытащить. И второй момент, они стали трескаться. Из-за того, что я как бы уменьшил длину, они стал пластик трескаться, и они раскололись практически все. И стали непригодны. Далее я решил доработать. Доработать каким образом? Я взял мисочку и сделал лекало. Как бы, ну, из дерева лекало, и мисочку стал заполнять воском. И этим лекалом делать полукруглое основание внизу. И получилось за счет этого наполнения, то есть мисочку наполнил, и она стала меньше глубиной. И, соответственно, у меня получилась здесь глубина. Сейчас, если измерить, здесь 11 миллиметров. А оставшиеся мисочки, не хватающие,
Я сделал из воска. Обычные восковые мисочки. Но лекала поправил под именно под эту конструкцию. То есть лекала новое делал. Вот такие мисочки сделал. И также тих, когда я их изготовил, я их немножко приплавил, чтобы получить вот эту именно глубину правильную. Я их немножко приплавил. И получили, что я их спокойно одеваю. Они держатся у меня. Практически не выпадают. И получились вот такие мисочки. Я их спокойно могу, когда личинка там уже полиняла, вынуть и поставить на прививочную рамку. Вот так решил данную проблему. А еще нюанс по никоту этому, как бы, ну и вообще по физиологии пчел, столкнулся с тем, что, ну, например, сажу матку там 1 числа, да, проходит 3 дня, я вынимаю яйцо. То есть не личинка, а яйцо. Я, ну ладно, подожду сутки. И на следующий день уже перенесу на привычную рамку. На следующий день вынимаю сот, яйца нет, личинки нет. А в чем дело? Кто знает... Откуда ты знаешь эту песню? Пей кофе, дел не в проворот. Что ты знаешь и чего не знаешь? Откуда я знаю, чего я не знаю? Очень хороший вопрос. Тому неинтересно это смотреть. И когда я вынимал сот, нарушил микроклимат. И так называемая пчелиная полиция, это этих всех личинок и яйцо вычистили. То есть съели, выкинули, ну как бы это не важно. То есть они вычислили и подготовили новое ложе, так сказать, для матки, чтобы она по-новому засеяла. Поэтому нюанс в том, что надо точно просчитать. Ну, я на четвертый день теперь вынимаю. На четвертый день 100% будет у меня личинка. Односуточная, грубо говоря. И я спокойно могу ее перенести на прививочную рамку. И прием практически 100%. То есть из него можно вывести 100 маток за день. То есть это не проблема. Главное подготовиться ко всему этому. Воспиталки подготовить и так далее. Вот такая вот доработочка. Кому интересно, пересматривайте. Ставим лайк.